Малый чемпионат мира на Кубок ректора РУДН – уникальное событие в жизни университета. Это своеобразный мундиаль, который объединяет большое количество сборных команд, представителей самых разных стран мира и множество болельщиков, желающих поддержать соотечественников и друзей. В 2016 году за звание чемпиона РУДН боролись 12 команд. Финал и торжественное закрытие чемпионата традиционно проходят в первые выходные сентября на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса университета. И даже плохая погода не может помешать хорошему настроению и победному духу. По итогам матча за третье место бронза досталась команде студентов из Кот-д'Ивуар, которые вырвали 3 очка в нелегкой борьбе против сборной Гвинеи. Ну а в финале встретились фавориты чемпионата – команды Мали и Нигерии. Обе сборные достаточно сильны и не раз доходили до полуфинала. Однако до победы не хватало самой малости – то пара очков, то немного усилий. И вот закономерный итог. Мали-Нигерия 1-0 в пользу сборной Мали. Так держать, ребята. Я хочу поздравить всем. И все ребята были молодцы. Особенно я хочу еще там благодаря там мои ребята там, потому что это первый раз, который Мали там мы вышли на финал и выиграли. За то, что я благодарю всем. И всем спасибо. Телевидение РУДН. Новости.